Граница США и Мексики. Всем привет, друзья! Нахожусь в Мексике. Сегодня в Тихуана похолодало, как и во всей Калифорнии, в Южной Калифорнии. А в Мехико-Сити недавно прошел день независимости от Франции. Очень классно, как всегда, весело. Мексиканцы смеялись, шутили. Много было военной техники, парадов, президент и так далее. В общем, если вы будете когда-нибудь в Мексике в 14, 15 и 16 сентября в следующем году, обязательно рекомендую вам заехать и посмотреть, как все это происходит на площади Цокола. Ну а сейчас здесь, в Мексике, в Тихуана, мы, естественно, с миссией по подаче на политическое убежище на границе Эль-Чапорал и Сан-Исидро. Очереди сейчас на 3 дня. Есть хорошая новость: в связи с пандемией коронавируса можно попасть и выйти сразу же без попадания в дотейшн-центр. Это очень здорово. Если вы едете с семьей, никаких проблем вообще не будет. Приезжаете, попадаете на интервью, проходите успешное интервью, ну и дальше уже в Соединенные Штаты Америки. Все зависит от вашего поручителя, от места его пребывания и также от судебного округа. Готовьте свой кейс, готовьтесь к эмиграции. В Америке сейчас огромное количество рабочих мест, выборы. Всем удачи, пока. Мы на пирамидах Теотиукан. Карен, что здесь делаете? Откуда приехали? Здравствуйте. Приехали из России, делаем здесь, собираемся ехать в Тихуану, просить беженство. Убежище. Убежище, да, под залог. Что вас привело сюда? Привело сюда в наша великая Россия, которая было все хорошо, занимались крупным бизнесом. По итогу все стало плохо, стали напрягать отовсюду. Вот и привело в теплые края. Благодаря вас, спасибо вам большое. Скажите, вы планируете выйти под залог, да? Да, под залог. Кто будет носить залог в США? Товарищ, знакомый, с вашей помощью будет на связи. Надеюсь, все пройдет гладко. Понял. Как общее впечатление о Мексике? Хорошее. Особенно с помощью вас, с вашей подачей. Здорово. А что бы хотели передать тем, кто, так же как вы, уже находится под прессингом России и планирует спасаться в Соединенных Штатах через Мексику? Чтобы не думали ни секунды и go to America. Понятно. Вы на чем поедете? Поедем сегодня на автобусе в Тихуана. Мы сейчас в Мехико, из Мехико в Тихуана и оттуда на границу сдаваться.